Купленные в Беларуси 30 новых троллейбусов прибудут в Кишинев с опозданием. Об этом было объявлено на заседании столичного муниципального совета. Производитель известил власти, что транспортные средства поступят только в конце марта 2021-го. При этом компания не будет оштрафована, так как задержка не превышает предусмотренные контрактом 90 дней. Завод-производитель пострадал из-за последствий пандемии. Кроме того, в Беларуси проходили протесты. В связи с этим доставка транспортных единиц задерживается. В следующем году мы должны обеспечить выплату окончательной суммы кредита. До сих пор в Кишинев поступили только 5 сочлененных троллейбусов. Для приобретения 35 единиц транспорта мэрия взяла 130 миллионов леев в одном из молдавских банков. На данный момент муниципальные власти выплатили 90% от суммы. Остальную часть вернут после доставки транспорта из Беларуси. В 2020 году муниципалитет намеревался закупить 100 автобусов. Тендер выиграла турецкая компания, но результаты были оспорены остальными участниками. В настоящее время власти ждут решения Национального агентства по разрешению споров.